А ты крутила? Да я что-то с ними делала. А может, не там подошел? Ну вот я ему говорю, он такой, не можешь. А какой у тебя был еще? Стан. Ну типа он вроде нормально должен быть. Ну он сказал, что такого вообще никогда не бывает. Может, хирургическую ставку. Ну вот я тоже. А ты что-то колола уши? Я колола и уши, и этот пупок. Нормально. Может, рука тяжелая, знаешь, такое бывает. Жалко, если не пришлось. Все страдания напрасно. Так он сейчас один за два затянется. Ну, он сказал этот. Через неделю придешь, сделаем, нормально будет. Другой ставь хирургическую. Они даже дешевле, по-моему. Ну да, это дорого. Титан дороже. Да у моей сестры младше было, так она колола этот индастриал пропол на ухе. Вот. И у нее тоже, вот она страдала с ним полгода. В итоге ничего не получилось, и она его сняла. Не знаю почему. Я говорю, ну а у нее мастерица такая, знаешь? Ну вот я как бы не люблю плохо говорить за кого-то, но на нее без слез не взглянешь. Ну как бы по ней видно, что вот так оно и будет. Ну такая какая-то, везде у нее бардак, как-то, как-то так. Инвалидные какие-то получаются. И так она ей прокололо. Может, у кого-то другого прокололо. Русалочку не расшивает. Раскрашена? Все будет норм, ребят. Раскрасим, все красиво сейчас будет. Никита. Я была любимая желтенький. Почему? Пошли добрые. В воде. Борюсиковны. Я вчера пришла вечером, а он повыдирал саморезы из стены. Ну не саморезы, точнее эти дюбель-гвозди, они на таких пластиковых таких этих. Вот видела какие-нибудь стены? Короче, пластиковая такая штучка в стене, и у нее закручивается это шоу. Угу. Он повыдирал. Ругала? Да, у меня уже нервов нет ругать его. Я уже почти не ругаю. Он все равно это сделает. Ну как бы какая разница, только я высажусь от этого и все. Понервничаю. На майский праздник? Ну, не знаю, нет, наверное. Ты обычно куда-нибудь ездила? Я уже не помню. Последние два года как в тумане. Да. Так как погода будет? Знаешь, если вот так, то куда ехать? А ты купила духовку или? Я маму привезла. Так она что, далеко живет? В Ходожевске. А, да? Здесь уже дом купила. И все, теперь мы. У меня просто в доме есть обычная духовка, и там была тут такая. Она мне все говорит, давай я тебе привезу. Я привезла.
готов.